На протягу нескольких месяцев миллионы телеглядачей сочили за подеями, которые отбывались в популярном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Зараз финалисты проекта находятся в великом гастрольном туре. У белорусского его участка вошел город Гомель. Наши корреспонденты встретились с удельниками шоу. У минулым застались складанные кастинги и выпробования. Зараз яны уже кумиры миллионов, а телевизионные эфиры изменили на концертные пляцовки. Финалисты и удельники популярного шоу «Танцы» отправились в великий гастрольный тур. У его рамках артисты представили гамельчанам один концерт. Мы с утра уже гуляем, гуляли в парке, к сожалению, ничего не работает, ни аттракционов. Мы нашли тир, постреляли в тире, пошли на улицу Советская, у вас погуляли, сходили в кафе. На встречу с гомельскими прихильниками приехали Александр Волков, Юлиана Бухольц, Ганна Тихая. А вот дуэт сестер Михайлец, на жаль, прибыл не у полном составе. Мы работаем, к сожалению, Настя получила на одном из концертов травму, разрыв связок, и она сейчас не может участвовать физически. Но она очень хочется, ей уже снится, как она ходит, как она танцует, и мы еще не можем ее пустить на сцену, дабы не усугубить обстановку. У концертную программу, якую танцоры презентовали у Гомеля, увайшли лепшие нумары другого сезона проекта. А подчас размовы с журналистами артисты делились своими думками на конт танцев. На удивление, самыми результативными танцорами становятся не те, у кого больше получается, быстрее схватывают движение, а наоборот, те, кто испытывает наибольшее сопротивление. Потому что в первые периоды, так скажем, становления танца, они воспитывают в себе главное – умение бороться с препятствиями. Великое интервью с удельниками проекта «Танцы» глядите у одним из выпусков программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».